привет! Это передача Breaking Live. Сегодня мы находимся на площади Свободы на фестивале «Битва Харькова 2016». «Битва Харькова» — это фестиваль, который был основан 16 лет назад. Это батлы команд, которые отбираются по шоу. И сегодня эти команды будут показывать свое умение, и потом 4 из них будут бороться за первое, второе и третье место. Смотрим и наслаждаемся! Подошла к концу битва Харькова. Сегодня победила команда On Top Breakers. С вами была передача Breaking Live. Подписывайтесь на наш канал, смотрите. Мы будем всегда с вами.